Значит, про молитву. Значит, когда мы молимся: Господи, прости меня грешного. Получается, что мы не можем прощения получить, потому что мы сами себя сделали грешным. А теперь просим прощения. Надо молиться так: прости меня прощенного. То есть я себя прощаю, и ты меня прости. Если ты себя простил, то зачем ему тебя прощать, если он тебя... Если ты... Не, ну уж если люди хотят молиться куда-то туда, то надо сначала, ну, полюби меня возлюбленного, помилуй меня помилованного, отпусти меня отпущенного. Так в книжке «Беседы с Богом» я прочитал, Бог говорит. Он говорит такую простую вещь. Если бы я что-то не захотел, чтобы вы этого не делали, вам бы это даже в голову не пришло. Так что вы не можете ничего делать того, чего я вам бы не разрешил делать. Так, а если я вам разрешил это делать, значит, я вас за это и не могу наказывать. Логично. А еще мне нравится, как буддисты говорят, что нету дьявола, потому что абсолютное зло само себя бы уничтожило. Оно сначала уничтожило бы все хорошее, а потом у него ничего не осталось бы для уничтожения, оно бы само себя. Да, потому что программа уничтожения... Да, она должна уничтожить само себя по итогу. Поэтому, значит, зла нет. А то бы оно уже себя уничтожило. Всем пиз! Это театр импровизации в Иркутске.